Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа. Сегодня мы продолжаем проходить мясорубку под названием Doom Eternal. Вторая часть древних богов. В прошлой серии, блин, было жестко. Жестко было настолько, что была попа боль. А мало того, что там ввели новых импов каменных, которые большую часть урона очень эффективно переносят и живут достаточно долго, так еще и чтобы эффективно их убивать, нужно использовать на дробовике очень неудобную модификацию, как по мне, это которая стреляет сразу несколько, как автомат. Обычно я использую липучки, что гораздо удобнее и продуктивнее, на мой взгляд. Разработчики так и сяк и пытаются игрока нагнуть и заставить использовать те модификации, которые многим просто не подходят и они им не нравятся. Поэтому есть, конечно, доля негатива по этому поводу и у меня в том числе. Но в целом месиловка, конечно, безупречна в стиле Doom, как и должна быть. Потом в дальнейшем была какая-то супербитва, там она называлась гнездо, знаете, с дополнительными какими-то плюшками. И в этом гнезде я получил люлей. В общем-то. Ну и дополнительно еще улучшение для молота Тора. Вроде все сказал. Ах да, поскольку вы, дорогие мои друзья, мало кто досматривает видео мои до конца. А там я музыку накладываю. Заходите, переходите на вот эти видео. Нафиг я там стараюсь, я вообще не понимаю. Если никто не досматривает видео до конца, значит, подписывайтесь сейчас на канал, поставь по-братски лайк. Заглядывай в мои другие соцсети, ссылочки в описании обязательно будут. Ну и конечно же, комментарии, куда без них. А сейчас погнали. Возрожденная земля. Как мне нравится... Мы вернулись. Мама, я дома. Древние уголки ада. Темный владыка уже ждет вас. Короче говоря, в оригинале Doom Eternal, в оригинальной истории, землю всю расхерачили. Землю мы благополучно отбили. А теперь ее пришел уничтожать темный владыка. Здорово. Ай, какой арт. Может его на превью игры кинуть, а? Как думаете? Ладно, все равно я не узнаю. Все равно я уже к тому моменту сделаю какое-то превью. И оно и будет. Запись из архива комитета 112. Жители Земли считают Палача Рока своим спасителем, героем, который вырвал их мир из когтей ада. Выжившие передают легенду о Палаче из уст в уста, транслируют по каналам электронной радиосвязи и превратили его в символ борьбы с демонами. С демонами. Короче, пророки рассказывают о том, что Палач отправился в преисподнюю, чтобы продолжить свою войну. Жители Земли возносят молитвы за его победу и поднимают знамена с его символом. Вдохновляясь его славными деяниями за борьбу. Окей. Угу. Это точно поле битвы. Сейчас будет здесь что-то, скорее всего. Что не серия, то новая какая-нибудь херня. Если вас ударят проклятые рыщущие, вы будете прокляты. Капитан Очевидность. Ух. Проклятие непрерывно наносит постепенный урон, мешая пользоваться бустером и целиться. Проклятого рыщущего из его самонаводящегося оружия. Что? Проклятие непрерывно наносит постепенный урон, мешая пользоваться бустером и целиться. Проклятого рыщущего из самонаводящегося оружия. То есть, а что самонаводящееся есть? Ракетница только. Убейте проклятого рыщущего кровавым ударом, чтобы снять проклятие. Вы что, там охерели, что ли?
Твою мать просто. Ты говно, кусок. Ну, в принципе, не все так страшно, да? О, вот это говно. Пришло говно. А зачем я в него стреляю, если все равно это бесполезняк? Не-не-не-не-не. До свидания. Что-то надо проснуться, надо это адаптироваться. Фу, это я какой-то заторможенный сегодня. Я не попал в нее, сука. Это просто жопа. Вот так. В последний момент вспомнил, что молотом Тора можно по нему нанести дополнительный урон и отдалить появление его грёбаного бронекостюма. Ах да, кстати, я же еще все... Обнаружен палач Рока. Сохраните работу и проследуйте к выходу. Да. Все апы потерял в той битве, блин, где я... бился за какое-то улучшение и в итоге его так и не получил. Прикол, да? Ага. Здесь меня уже ждут. Этот великий засранец, блин, как я его ненавижу. Киберманкубусы эти. Знаете, вот в оригинальной истории Doom Eternal господа как демоны доставляли слишком много неудобств и были реально серьезными противниками. А тут просто ему дал в щи таблетку от жадности. Все нормально, как бы. Ой. Я рассчитывал, что там кто-нибудь будет другой. У кого-нибудь... Ах ты тварь, ах ты тварь, где ты есть теперь? Да серьезно, блин, да вы охерели, что ли? Слушайте, ну это, блин, дебилизм просто. У меня жопа уже горит из-за вот этого урода просто. Да какие, на кой хер, блин? Это что, недостаточно сложно? Зачем вот это дерьмо вводить? Проклятые какие-то там ушлепки просто. На кой хер, сука, блин, вводить таких дебильных мобов? Я еще поднимаю каменный этот, как его, им, чтобы его тоже черти дрючили, блин. Ну зачем? Зачем? Зачем, твою мать, вводить такое конченое? Я не понимаю вообще. Я уже отгреб просто-напросто.
Надо как-то, я не знаю, от него избавиться побыстрее, что ли. Но он так... Он как-то незаметен, что ли. Я просто не понял, откуда... Вот он. Все. Просто надо ему челюху сломать сразу. И просто и не страдать уже от этого. Прекрасно, это все, конечно, замечательно, прекрасно и просто превосходно. Но тут кибердемон появился. Помимо всяких других уродов, которые порождает нечисть. Блин. В смысле ты меня тут захотел за мягкое взять? И это вообще не туда, не ко мне. А, вот это... А, нет, это не оно. Так, вот эти мелких, на них можно вообще не тратить время и внимание, потому что они появляются постоянно. Два кибердемона, ну чё бы нет. Два кибердемона. Твою мать. Я просто потратил молотора, потому что перепутал сраные кнопки. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Да. Все глубоко и печально. Ой, не в того попал, да? Ну, тоже, в принципе, неплохо. Патронов нет. Ну, вы держитесь. Не-не-не-не-не, зачем так близко подходить-то? Есть. Долго-долго у него вот это вот добивание адское. Что... Кто там появился еще? Ух ты, блин, меня сейчас так зажмут здесь. Идите-ка нахрен, а. Мне попилить кого-нибудь, где-нибудь здесь есть? Кто-нибудь... Вот... Да, блин, опять не та кнопка, а. И вот это, кстати, модификации достаточно... Вообще пулеметом редко пользуюсь. Так-то. Просто умер? Прекрасно. Так, надо что-нибудь им туда... Посерьезнее, что ли. Дай патронов. Не понял. А у меня этот хрен еще живой. Оказывается, был.
Тебя еще черти прислали. Так, кто? Лови. Спасибо. До контрольной точки я достиг. Что могу сказать? Неприятно. Неприятно то, что я огреб от какого-то сраного, практически рядового моба. И, по сути... Можно было бы этот вопрос решить вот так, как я решил во второй раз. Но представьте себе, что на этом рядовом мобе я бы просто потратил, ну, подъем, например. Такое себе удовольствие. Секреток здесь... вот там обратно, по-моему, я зря пропустил ПП-шку. Подъемчик. Я его хотел взять, но что-то забазарился. Вот он лежит. Интересно, сколько лет уже прошло? Кто в курсе, напишите в комментариях, что все так вот успело порасти. Зеленью, там, травкой, муравкой. Окей, здесь меня тоже ждет что-нибудь интересное. Типа сраного паркура. Ну. Сильно колупать мозги они не стали с этим паркуром, поэтому, в принципе... Здесь такая комнатушка, как будто бы здесь что-то должно было быть. Воу-воу-воу, тихо. Ну вот, я о чем и говорил, блин. От них, конечно, безусловно, есть большущий плюс. Из них сыпется... Я сказал, сыпется, не договорил, да? Сыпется боезапас. Я сижу и думаю, блин, чё-то не за... Чё такое? Как будто бы не дозавершил что-то. И в итоге, да, я просто задумался о другом. Надо найти способ, как включить электричество в этой части. Спасибо, Кэп. Что бы мы без вас сделали, да? Ребятки, давайте добьем мне сотню подписчиков. Слушайте, ну поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Может быть, они заинтересуются и будут моими зрителями постоянными. Я просто уже достаточно долго стараюсь и прикладываю все свои усилия для того, чтобы накопить и наконец-то сотню моих верных подписчиков и зрителей. Это очень тяжело, это чертовски сложная психологическая отметка. Не тысяча, а сотня всего лишь. Подумаешь, как бы сотня, многие набирают там, но это очень тяжело сделать в летсплей канале. Тем более, когда изначально опыта ноль, просто-напросто. Я реально прохожу все на своей шкуре, все на своем пути изучаю. Я очень много освоил программ, я, получается, научился монтировать, я научился звук нормально делать, я... придумал, как сделать хромакей из говна и палок. Вот, как бы, ну, давайте добьем сотню уже. Там, возможно, будет какой-нибудь опять паркур. Я походу понял. Походу, вот этот пояс нам надо отсюда, наверное, двинуть. А как его оттуда двинешь, если кнопка за... Да, за ним стоит кнопка. А может быть отсюда нужно было...
Весело живем. Может быть, это мне пока не нужно. Вот уж где-где, а в Думе я не особо собирался думать. В Думе я не собирался думать. Почему вы меня, сволочи, заставляете думать в Думе? А? Вот скажи. Кто рычит? Надо придумать, говорит, как запустить эту сранину. Как я запустить эту сранину? Ну, вижу, вот сюда показывает, типа, иди сюда, зелененький светик. А красный свет показывает, не иди сюда. Походу, вон оно чё. Вот оно чё. И чё? Что здесь? Ну, комната. Ок. Комната. Питание восстановлено. Проход к вратам открыт. Мы же прекрасно понимаем, что там теперь электричество. Ну да. Ну да. Везде электричество теперь. И оно будет не радо нас видеть. Сука, неуничтожимый щит поглощает весь урон, наносимый спереди. Нападите на него сзади, чтобы убить. Японский бог, а? Да нахрена? Ну зачем? Зачем это все? Этот не прекрасно придумали. А как его обойти? Вот представьте себе, что я его обойти, ну, не могу. Нет, я, конечно, понимаю, что он особо много урона не наносит, но тем не менее. Тем не менее. Так, вот здесь, да, по-моему, было куда-то. Сюда, там поезд надо подтолкнуть. Вот так. Успел, прикиньте, офигеть. Так, контрольная точка, контрольная точка, контрольная точка. У нас есть здесь БФГ патроны, и это не к добру. Прям совсем не... понимаю. А вы понимаете? А я вот понял. Так, хорошо, окей, здесь, чем мы имеем, получается, я могу сейчас, ну, мне кажется, это гнездо все равно нужно разворошить, но во вторую попытку я его ворошить точно не буду, я не хочу здесь потерять вообще все. Ну что, ребятки, готовы к порции анальных болей? Моих, не ваших, о, сразу же. Ой, до свидания. Охереть.
Вот поэтому я люблю липучки. Да, блинский, да откуда же вы здесь-то взялись? Я ж туда ушел. Нет патронов? Здорово, добудем. А еще... О! На тебе, на лоб. Звезду тебе на лоб. Утырок. Еще я, знаете что, очень плохо визуально понятно, какая модификация стоит на дробовике. По крайней мере, я не знаю, как на других пушках. Да, по-моему, на всех не очень визуально понятно, какая модификация стоит. Вот. Что, ну... Чтобы так вот взять и понять быстренько, что там за модификация, ну, не поймешь. Так, эти геи повержены. Тут пришел щитоносец с неуничтожимым щитом. На. О, еще один. Лови. Ходим. Фу-фу-фуф. Не трогай меня. Да ты попадешь сегодня или кто? Ах ты мудак. Где вот он? И он теперь уходит просто, понимаете? Усиленный демон. Ну, тебя же мне тоже не хватало, да? О, прикол. Угадайте, кто пришел? Мародер. Твою мать, просто-напросто. Что у меня здесь? Псина обоссанная. Я не знаю как, но мне нужно что-нибудь сделать, потому что у меня очень мало хп. Меня сейчас быстренько здесь накажут. Очень быстро здесь накажут. А, молот Торна под его щитом не действует. Прекрасно. Хорошо, Манкубус, да, там, по-моему. Он, в общем-то, не сильно подвижный, поэтому тусит, пускай там тусит. Потом разберемся. Да, блин, это обосранная псина. Давай, давай. Удила. Где он есть? Я опять, я как дебил, блин, кругами бегаю. Собака появилась. Нахер иди. Что вообще не... Что-то не так, ребят. Что-то, блин, не так. Иди сюда. Очень-очень. Ой-ой-ой-ой-ой, идем. Идем нахрен отсюда. Спросите, почему я не использую ничего другого против мародера? Да стоп, 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 стоп. Вот это не надо. Потому что против него, на мой взгляд, самый эффективный это липучки.
Мне почему-то этот удар не накапливается. Да пошла ты нахер, мразь собачья. У меня закончились патроны. Вот. Ты сдохнешь сегодня или кто? Мало боеприпасов. Я это понимаю, блин. Я как дурак по кругу бегаю, блин, только для того, чтобы пополнить боеприпасы либо ХП. Я не... Вон он. Иди сюда. Камуцумир. Давай, 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 пока действует моя руна. Уйо. Все. Ушлепенец просто. Мародер. Красивая картинка. Запись из архива комитета 021. Копье мира, космический кристалл неизвестного происхождения. Много лет назад проткнувший планету Аргент Нур от одного полюса до другого. В степях окружающих таинственный кристалл обитают Это мы уже читали. А здесь что у меня новое появилось? Так, ну все, надо вот этого мудозвона обойти сзади. А, класс. Киберманкубус, да? Прекрасно. Ой-ой-ой-ой, блин. Все, ушли. Опа, держи. Ну согласитесь же, липучки куда эффективнее. Опасная стычка завершена. Молот стражи улучшен. Горящие демоны, пораженные молотом стражи, оставляют больше брони, а замороженные здоровья. Понял. Прекрасно. Нет, ради улучшения я точно трогать ее не буду. Извините, подвиньтесь. Ты огнемет себе в очко засунь, а и там погрей немножко. Фух, хорошо. Но мне ниже нужно. Это только начало. Там лежит очень много молотов Тора. Значит... Вы поняли, да, что это значит? Это будет больно.
Специалисты техобслуживания. Обратитесь в оперативный центр Небесных Врат. Я хочу вот это и против них использовать. А, тут такая веселая затея, да? Это, короче, чтобы расслабить булочки немножко свои. И повеселиться немножко. Я повеселился. Сейчас по кайфу вообще было. Читать кодексе. Красота. Блин, арты мне очень нравятся. Я каждую серию, по-моему, то говорю, мне очень нравятся эти арты. Запись из архива комитета 128. Небесные врата были созданы много тысячелетий тому назад Всеотцом, первым божеством творцов. Они открывают путь в тайный город Иммора, спрятанный в самом сердце преисподней. Всеотец время от времени посещал преисподнюю с помощью врат и наблюдал за разрушенной столицей, чтобы своими глазами увидеть жизнь темного города. Портал не использовали с тех пор, как Всеотец низверг темного владыку. Сейчас врата не работают, а для их восстановления требуется мощнейший источник энергии. Добровольно отрекшись от трона Вурдаки, Всеотец при помощи Творца Самура, своего верного слуги, превратил себя в ИИ по имени Вега. Приняв эту форму, он исчез с поля зрения темного владыки и пристально следил за своими творениями на земле. Небесные врата сейчас не используются и спрятаны, чтобы никто не проник в мир темного владыки. Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас будет мясо. Ой, вот этих лучше вообще от них избавиться сразу. Такие, знаете, они очень мощно взрываются, причем настолько мощно, что сейчас какого-то крупного демона не завалили, по-моему, кибердемон там был. А от них лучше сразу избавляться. Что, мне туда? Типа вон туда, да? А, это и было это мясо. Ну ладно. Что происходит? Мы в каком-то затопленном метре ходим. Знаю, слово метро не склоняется. Ты придумал тоже, дядь. Смешной такой. Давай, иди отсюда, вы девчонок своих забери. Ой, они развалились на части. Ломаются. Кстати, я зря вот не разглядываю всякие такие вот эти места, потому что в Doom, по крайней мере, Doom Eternal, оригинальная, самая первая история, там было много отсылок. Я даже находил наколотого на копье пехотинца с 2D-шными текстурами, спрайт, если быть точным. Как меня бесят эти ловушки, кто бы знал, а? Так, ну чё, может быть... Да, сейчас дойдем вот до этого момента.
Посмотрим, что у нас там происходит. Заблокировано здесь. Шлемофон. И куда? Мне туда. Так, я в шутан играл или в экшен, а? А, да тут для дебилов кнопка есть. Сделано во Франции. Вот такой вот отвлекающий маневр, а. Дух, твою мать. Нет. Твою мать, просто. Хорошо в импа залез. Нахер я полез вообще к нему? Повыеживаться? Ну, да, возможно. Все, дамы и господа, на этом, пожалуй, мы закончим данную серию, потому что я не хочу сильно затягивать серии про Doom, я не хочу перепроходить миллион раз, потом это все вырезать. Очень мне нравится Doom тем, что я практически его не монтирую. Я вырезаю, ну, только там началом, что-то там, может быть, в конце и прочее. Короче, хочу сказать вам большое спасибо, что досмотрели до конца это видео. Подписывайтесь на мой канал, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, не забывайте. Заходите в мои другие соцсети. Ну и, конечно же, пригласите своих друзей на мой канал. Я буду очень рад, если вы мне поможете добить заветную сотню. Сотня — это мой психологический... психологический, короче говоря, барьер, вот эта психологическая точка, которую нужно преодолеть, и тогда, как говорят, будет легче. Но на самом деле многие считают, что самая психологическая точка, это, конечно же, 1000. Ну, хрен его знает. Потом будет 1000? Хм. Ладно. Всем удачи. Берегите себя. Пока-пока.